общем, ребята, вы на канале Поршень покинул чат. Мы сегодня навалим немножко на этом корче, попробуем разогнаться от 0 до сотни за 11,5 секунд, так как это написано, в общем, в паспорте. Ну, конечно, мы будем стараться, но хрен его знает, как оно получится на самом деле. Но все равно будет интересно. В общем, ребята, мы начинаем. То одна лошадиная сила, Карл. Это почти что гоночный болид. Фаталити, ребята. В 11,5 мы не уложились. Если вы обратили внимание, если вам было видно, мы, в общем, разогнались максимально до... Ребята, это фаталити. В 11,5 как бы, ну, не получилось уложиться. У нас немножко дольше этот разгон занял. Если вы обратили внимание, то там было, по-моему, 13.06, да, где-то так. В общем, годы берут свое уже, что сделаешь, в общем, как старайся, не старайся, а все. Лошадки-то повыздыхали немного. Вот. Что дальше? Дальше я предлагаю отправиться на автостраду. Мы там немного сейчас покатим. Посмотрим, на что способна вообще еще эта тачуля. Сейчас довольно-таки бодренько идет машина. Мы уже едем соточку и набираем. И, блин, и нормально набираем. То есть машинка живая, динамика вполне. 120 набирает еще дальше. Короче, у меня машина довольно неплоха. Если вы хотите себе такую приобрести, можете брать, почему бы и нет. Но готовьтесь. Потому что надо будет ее немножечко в чем-то восстанавливать, там, по корпусу, или же по ходовой, или же, не знаю, с какой проблемой вы можете столкнуться. Ну, в общем, если вы планируете на ней некоторое время ездить, содержать, машинка достойна внимания. С вами был Саня. Это канал Поршень покинул чат. Следите за нашими видео, которые будут выходить. Ставьте лайки, подписывайте колокольчики. Всем пока, до новых встреч!